Основная еда немцев – оленина и рыба в сыром, замороженном и вареном виде, а также дичь. Хлеб заменяют лепешки из рыбьей икры, а в летне-осенний период детей могут порадовать ягодами, посыпанными сахаром. Немцы никогда не собирают недозрелые ягодки, пусть растут. С рыбалкой все еще интереснее. Считается, что когда подводные обитатели идут на нерест, их охраняют особые духи. И даже к тем местам, где обитают рыбы, нельзя приближаться без веских причин.